чат рулетки. Исполнял, как проститутка, блядь, последняя. Ну, а какие слухи про него ходят? Залупу он там шлифовал за 5000. Такая же хуета продажная, как и этот, ничтожество конченое, блядь. Ну? Именно поэтому вопрос, а если вдруг бой у тебя был бы с этим Радыгиным, ты бы ему руку пожал? Да и ни за что. Я его, блядь, кулаками бить-то даже боялся, когда на бой ехал. Думаю, только с ноги нахуй. А то мало ли еще, блядь. Я хотел после потом амуницию всю выбросить в помойку. Они загашенные люди, по факту. И они сами это сделали, сами. Никто их, блядь, не заставлял. А гнут из себя хуй знает кого. Что-то еще размышляют, умничают. Именно поэтому у них есть ненависть ко мне. Что я не опускаюсь до этого уровня. Да, я тоже выпиваю, но, блядь, я и пьяный себя нормально веду. Я хоть раз пьяный на кого-то залупался, да не было такого никогда. Да, я могу пьяный заплакать, как и многие из нас, а что такого? Могу песни попеть, но я никого не трогаю. Пустых обещаний на ветер не бросаю. Поэтому жабу душат вот как раз вот клоунов и вот этого Гришу. Гришу в первую очередь, это самый жадный и завистливый блогер, блядь. Точнее, какой нахуй блогер, так? Фрик, блядь. Костя, ты трезвый сегодня, да? Yes, Анашка, I can see your answer. В компьютерный Mortal Kombat, кроме, наверное, в реальности этот, в зал никогда не приходил, не спарринговал или там не дрался.